Самый простой способ приготовить гречку без варки – залить ее кипятком с вечера. Если вы готовите завтрак к утру, крупа берет в себя нужное количество воды, набухнет и приготовится внутри. Не тратя свое свободное время, вы можете приготовить гречку без варки. Многие рекомендуют такой способ приготовления каши для завтрака, заливая ее с вечера кипятком и оставляя при комнатной температуре. Тем, кто любит гарниры покалорийнее, рекомендуем добавить и горячее топленое сливочное масло, чтобы крупа вобрала его в себя. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте указанные ингредиенты, соотношение крупы и жидкости должно быть 1:2. Высыпьте гречневую крупу в глубокую емкость, салатник или миску, залейте холодной водой и промойте несколько раз, меняя воду, пока она не станет прозрачной. Затем пересыпьте промытую гречку в ту емкость, в которой собираетесь ее настаивать в кипятке. Емкость должна быть фаянсовой с высокими бортиками. Добавьте соль. Вскипятите воду в чайнике и залейте ее в емкость. Тщательно перемешайте, чтобы крупа со дна емкости тоже окуталась кипятком. Накройте тарелкой сверху и оставьте минимум на 2 часа для набухания. Ставим лайк и подписываемся. Спустя указанное время гречка набухнет, вберет в себя практически всю жидкость, но вы все равно попробуйте слить воду, так как она, зачастую, остается на дне. Сдобрите кашу сливочным или растительным маслом по вкусу, подайте с сосисками, колбасой, котлетой к столу, при желании, можете подогреть ее в микроволновке. Вкусняшки, подписавшимся. Теперь о составе нашего блюда. Крупа гречневая, 150 грамм, кипяток, 300 миллилитров, соль, 0,25 чайных ложки, количество порций, 1:2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачного дня!